Доброе утро. Раки. Смотри, доброе утро всем. Я готовлю раки. Мы с Эриком вчера были где? Раки. Наловили раков. Вон целое ведро. Или не целое ведро. Вот этот мальчишка наловил раков. Мальчишки, вы куда идете? Мы идем смотреть, где у нас раки. Мальчишки, здесь горная речка, это да? Да. И мы тут ловили раки. Еще раз идем смотреть другие места, да, чтобы... Так что Эрик, Марик вам скоро покажут место хорошее. Мы ищем хорошее место, чтобы ловить раки. И скоро Марик, Эрик покажут вам, как они ловят... Я купил раколовку. Сегодня Эрик купил раколовку. И мы сегодня поставим ее и будем ловить. Посмотрим, что у нас этого получится. Итак, это Колорадо, ребята. Ну что, морячок, будем здесь ловить раков? Да. Эрик. Угу. Мы думаем, что это шикарное место. Здесь олени ходят. И смотри, какие камешки классные. И мы здесь поставим раколовку. Ребята, что мы будем делать? Расскажи, Эричек. Мы будем ловить рак. Эрик, ты купил такую раколовку. На что мы будем? На курочку будем, да? Да, вонючую. Вонючую? Да. И мы ложим. Куда мы речочек будем ложить? Туда. Эрик, ложи в серединку ее. Да. Давайте положим сюда в серединку, да? Угу. Опа. И вот закрываем ее. Надо закрыть. И что мы? Мы теперь будем делать, завязывать. Будем завязывать? Чтобы они не утонули, а? И чтобы они не убежали, да? Да. Так, Эричок, завязывай. Не утонули, ба. Да. Вот два. И мы сюда подадим, то творит два бы. Мать. Видимо, а Фредди, вот если у нас есть надо два бы. Угу. Вы живете по Флориде, у вас там много крабов, а здесь да, вам интересно, что раки? Угу. Давай. Что? Еще вы будете другой у вас способ. Привязали курочку на веревочку, да, закидываем его. Это, значит, я давай закинем чуть дальше, да, в камешки? Нет. Это плохая место. Вот, давай здесь, смотри, здесь камешки и место есть, чтобы нам... О! Да, да. Кидай. Идем, здесь не туда. Опять, ну, да. Мы надо будет плавать, да? Вот плавать. Итак, Эрик поймал первые Ватти. Раки, да, с Мариком? Два, надо это. Итак, это полчасика, да, прошло, и они уже споймали что-то. Где там еще у тебя морячочек? Там, да. Посвети. Один первый, да? Так, маленьких мы отпускаем, побольше мы... Оставляем. Забираем, да? Да. Все. Я надо побольше. Ну что, ребятки, вы хэппи? Вы этот... Это мама, папа, да? Вы ой, этот. Смотри, куда он, посвети, куда убежал, убегает твой. Смотри, посвети. Ну. Эрик, посвети чуть левее. Вот, а? А где? А там кто-то вот. Эрик, а что это у тебя тут? Вот, отец мамы. Мелхи, не там надо здесь захостить, а вот там, у него здесь
Там есть яблочные бутылки. Видите, там. Там. О, один убедай. Покажи, покажи Эрика. Эрик. Ой, не сиди. Вот, покажи. Метан. Это Эрик поймал метана. Великана. Ребята, ловим раков, да? Да. Ай. Ай. Это он не боится. О, видишь? Ну, молодец, Эричек. Эрик. Делает выживание. Ловим. Хватит. Раки. Убегает! Убегает? Да. Паричачек. Это маленький. Виталь. Вот он. Тогда я подожду. Не тот, а твой. Эй, ты, эй, ты. А вот еще. Вот он. Это наш первый. Это ваш великан? Да. Ну-ка, покажи мне, Эрика. Вот так. Это большой. Это Эрика. Эрика, великан, да? Посмотри, я не вижу. Эрик. Это Эрика великан, да? Марика, ты что там ловишь? Расскажи, Эрик. Вот этот. А вот себе. Хороший, тебе нравится? А где какой ты самый большой поймал? Вот. Вот там. Это я вот там с тёнком. Так, ячик. Я вот этот. Ловил, хватит. Такой вот. Сеткой? Да. Это спасет сетка. Фонарик у нас садится, да? Да. И покажи, что ты там поймал. Покажи. Уеди. Раки такие? Да. Вкусные будут. Вкусные будут? Будет. Ловим. Хватит. Это Марик палочками пытается взять, да? Давай. Похуй. Убежал рак от Марика. От Марика убежал рак, да? И он пытается палочками его забрать и положить в ведерко. Здесь и помните, где-то Витан, вот там он снимал. Всем доброе утро. Тыдыщ. И у нас ведерко. И мы с Эриком идем куда? Ловить раки. Холодно. Колорадо утро для нас, флорицев. Но такая шикарная погодка, что можно утром дышать. Эрик говорит, что можно ловить ночью и утром. Мы прочитали, что они самые хорошо ловятся это утром. Вот сейчас мы пойдем проверим нашу краболовку. Ребята, утро свежо, тополя и такой воздух, запах тополей и свежо. Чистый воздух, птички поют. Вообще благодать. Там речка. Так что для меня самое классное время дня это утро. Все просыпается. Сейчас посмотрим, что у нас поймало в краболовке. В раколовке, как Эрик говорит. Это наше. Вот наше место. Мы ставили раколовку и пойдем посмотрим, что и как она. Так, веревочка наша, да? Да. И что нужно делать, речёка? Вот, да. Наша, вот. Давай, тяни. Надо
Что у нас? Ого, что там? Поналазили. Поналазили. Забросим еще другое мяско, половим. Что думаешь? Итак, у нас это... есть пару штук, да? Да. Вчера мы больше наловили. Сейчас половим еще, солнышко. Итак, смотри, какое же замечательное место. Солнышко встает, рассвет, и водичка себе потихонечку бежит. Сейчас забросим и будем ловить раков. Он сами мантини. Мантини опустят. Больше не надо вас. Маленький, ты его выпустишь? Да. Давай. Больше надо. Он вас стоит. Вот так. Вот того, кто вместо мантины форелька. Там форелька. Это форелька? Угу. Ты ее споймал где? Вот того. В рыболовке. Давай, опускай ее. Пусть растет. Мы придем сюда с удочками. Угу. Итак, мы забросили мяско. И мы ждем, когда кто придет. Раки. Раки придут. Вчера мы здесь видели, олень ходил. Мы ловим раков, а к нам приплыл кто? Бобер. Бобер. Бобер плавает. Да, Эрика? А здесь кто у нас? Удочка. Кто там? Утро. Смотрите. Это утро. Смотри, какая красота. Уточки плавают у нас. Эрик, ну что, идем варить раки? Угу. Кто-то ловит форельку с утра пораньше. Олени ходят. Итак, ребята, всем хорошего настроения. Так, мы с Эриком что, поймали раки, и теперь мы их помоем. И сейчас будем, что мы делаем? Мимити помывать. Эрик делает гонки с раком? Да. Один, один. Морячочек их купает. Вот, Мишка, что ты будешь делать? Варить да. Раков, да? Да. Бросаем раки и будем варить. Чтобы они были красные, мы посолили. Поперчили, может быть. Все, всем приятного. Аби. Мы идем ловить раки. Вечер, второй день. Мы скушали те раки. Завтра мы уезжаем, да, Эрик? И мы на дорожку еще решили споймать мамочке раков. Да. Мы все съели, и теперь вот. Еще раз идем. Может, мы... Вот что, это наш последний день. Мы сейчас пойдем и посмотрим нашу ватовку.
Да, мы на день оставили рыболовку, еще раз посмотрим, чем классно в Колорадо летом. Смотрите, вечер, да? И да. Свежо. Да. А во еще Флориде у нас... Еще мы можем поймать рыбу. Еще мы можем поймать рыбу, да? Да. Тут в речке форелька, да? Да. Поэтому я здесь. Мы видим, там еще мы видим у меня форелька. Утром у Эрика форелька споймалась в рыболовке. Посмотрим, что сегодня будет. Идем проверять... Рыболовку. Да, вон там рыболовка. Помогай. Убирай веточки. Где мы спрятали ее, да? Веточками накрыли, чтобы никто не заметил ее. Давай, Ричок, убирай веточки. Итак, что наше? Где наше? Целый день было и ничего не поймали? Одна. А, маленький один, прикинь, маленького рака только поймали. Надо на ночь установить, да? Да. Ставить его. Речочек. Пойдем ловить раков. А я делаю того. Ты рыболовку делаешь? Так, Марик, идем. Ну что, зашел он или нет? Нет. А вот он ждет там, видишь? Вон там он. Вон, а рядышком, смотри, вон посвети туда дальше. Видишь? И он там ждет, когда мы подождем, пока он выползет, да? Где? Вон чуть дальше он там. А это наша няшка, и мы подождем, когда он придет. Так, морячочек, что мы будем делать? Видите, там вот квачи, и вот квачи получила Тимми. Раки? И вот это, и вот квачи. Да, хорошо, светим. Любимые наши. Ваши любимые раки? Да. Видите, там будет ловить квачи. Ну-ка, свети хорошо, на курочку свети. Так, где они там, раки? Прямо идут за ней, смотри. Да? Папа, поднимай. Папа. Поднимать? Да. Ну-ка, свети. Что мы там поймали? Посвети сюда, Мари. О, два бат! Три рака, да? Да, три бата. Эричок, иди помогай. Так, стой там. Так, раки затащили наши. Молния. Это молния. Раки, как и... Это вон молния. Да. На, Эрик, смотри. Это два маленьких, да? Давай мы их выпустим. Выпускаешь? Так, эти ребятки уже попались, да? Давай, выпускай, давай сеточку, мы просто сеточку выбросим там и все. Давай, морячочек. Молодец, выпускай их. Где наша водичка? Давайте помогу.
Так, это у нас еще одна курочка здесь. И смотрите, что у нас там. Раки на курочку пришли, а? Тихонечко держись. Только за веревочку пока не дергай, хорошо? Видишь раков? Угу. Марик, сейчас мы сеточку возьмем и мы их споймаем. Что думаешь? Итак, что вы споймали, ребята? Раки. Еще раки споймали? Да, ням-ням. Ням-ням-ням. Ого, сколько вы тут. Это еще не прошло 30 минут, а вы столько уже раков ловили. Вы молодцы. Давай. Этого маленького можно выпустить? Нет. Или нет? Нет. Ты большой? Да. Давай. Мальчочек молодец. Эй. А, не хочет выходить? Что он? Одной клешнёй не хочет. Но не бей его. Вот. Опускай. Все, ребятки, пойдем еще посмотрим. Итак, ребятки, смотрите. Акробатки. Смотрите, что у нас есть здесь. Это наши раки. Раки. И это кто-то специалист? Эрик и Марик. Так, да. Наша краболовка. Это раколовка. Мой. Мы поставим ее на ночь. Да, да, Эричок? И утром, завтра утром рано придем, посмотрим. Да, да, да. Трим. Давай. Бьете тету. И ставите там. Ставите два бобу туда, да, там. Тупите. Да? И поставите. И значит, туда, да, да, мясо. Да. Голову выбух. И хвост. Да. Вот эти два бы надо. И значит, туда там дойдет, надо взять. Да, надо ванну утром. Да. Итак, что нам надо? Приходить утром или ночью? Что надо покупать? На что вы ловите? Вот. На курочку, да? Это ваша что? Секретная. Секретная краболовка или раколовка? Вот. Раколовка. И вы ловите раков, да? Да. Итак, ребятки, акробатки, ловим раков. Крабы. Крабы или раки? Эй, крабы у нас во Флориде, а раки где? Колорадо. Ватам. Доброе всем утро. Мы делаем гонки с раками. И смотрим, кто увидит. Скот. Эй, ты работаешь? Он вообще не любит. Во. Мы сейчас делаем белогонку. О, Фати. Надо ходить с одеприводом вам. Мои братья, они сегодня наловили, а я им варю. Я усатый. Итак, это раки. Мы вчера с мальчишками наловили раков. Это маленький. У нас водичка закипела. Эрико, я нашла И мы будем Эрико, варить. Эрико, I found your cutie pie. Раки. Сейчас пусти. Давай, бросай. О, они уже покраснели. Так они сразу идут, они краснеют. Подписывайтесь на наш канал и делайте лайки. Пока!